Бензопилы, радиостанции, мобильные бани и аккумуляторы грузят в автомобиль «Соболь». Его мужчина с позывным «Гудвин» купил, чтобы лично доставить гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Он – замкомандира Карельского разведывательного дивизиона «Ладога». Есть такое слово «надо», мне нужно это все-таки доставить. Доставить именно сейчас. Потому что, да, оно к нам придет, но когда, Бог его знает. А тут я уверен, что я получил, я взял, и я своим же мужикам все привез. По словам Гудвина, бойцы чувствуют поддержку земляков, но вещи, которые входят в груз, как расходный материал, в условиях боевых действий часто выходят из строя. Пополнять их запас нужно регулярно. Часто вместе с гуманитарным грузом передают весточки от родных и тех, кто просто хочет их поддержать. Таким посылкам здесь рады не меньше. Там письма от детей были, игрушки даже мягкие. И взрослые, порой суровые мужики, смотришь, у него на броне там маленькая отвязанная игрушечка висит. Помощь из Карелии будет доставлена в место назначения в кратчайшие сроки.